30 сентября на базе Кашхабльской районной больницы планируется открытие Центра амбулаторной онкологической помощи. Это стало возможным в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта здравоохранения. Прием в центре будет вести два врача-онколога, прошедших специализированное обучение. На Центр амбулаторной онкологической помощи возложены достаточно большие функции. Это в первую очередь первичная диагностика пациентов с онкологическими заболеваниями. Пациентов здесь смогут оперативно обследовать, поставив им диагноз и проведя необходимое лечение. Дневной стационар организован на 5 коек. Специалисты районной больницы уже самостоятельно будут проводить курсы химиотерапии. За центром будут закреплены Шавгеновский район, частично Геогинский, ну и, конечно же, Кашихабльский. Больные будут получать необходимые консультации и лечение на базе нашего центра. А для того, чтобы сэкономить свое время и время врачей, населению рекомендовано заранее осуществлять предварительную запись на прием в электронном виде. С целью проведения проверки готовности центра к открытию вчера районную больницу посетили представители Национального медицинского исследовательского центра онкологии города Ростов. Плановая работа, которая проводится по соглашению, заключенным между Кабинетом министров, Министерством здравоохранения Российской Федерации, по организационно-методической поддержке и улучшению качества и доступности медицинской помощи, в данном случае по профилю онкологии. То есть цель нашего визита – это оценить и поддержать предложениями, советами онкологическую службу Республики Адыгея. Создание амбулаторных центров онкологической помощи будет способствовать выявлению онкологических заболеваний на ранней стадии, а значит и снижению смертности от рака. Открытие центра имеет ключевую позицию на сегодняшний день, помимо того, что является одним из направлений федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», несет в себе тот необходимый элемент для населения – это обеспечение доступности прохождения диагностики на выявление онкологического заболевания и по возможности лечения по месту проживания. Основная позиция – это консолидация диагностики и медицинской помощи на базе одной медицинской организации. Это позволяет сделать как раз центр амбулаторной онкологической помощи. В свою очередь, заместитель генерального директора по организационно-методической работе Александр Крат по этому поводу высказался следующим образом. Ну, мы прекрасно знаем, что центр амбулаторной онкологической помощи на базе данного лечебного учреждения должен открыться 30 сентября. Самое главное, что коллеги определились уже с теми помещениями, которые будут использованы под сам центр онкологической помощи. Они прекрасно понимают те задачи, которые им еще нужно претворить в жизнь к этому времени. Главное, что уже есть специалисты, есть понимание, поэтому я думаю, что здесь это получится. Следует отметить, что с открытием онкологического центра значительно возрастет нагрузка на работу рентгенологической службы. В этом направлении районная больница испытывает определенные трудности, связанные с кадровым дефицитом. В связи с этим руководство Центральной районной больницы обращается к молодым рентгенологам и рентгенлаборантам с предложением рассмотреть вопрос трудоустройства в Кашхабльскую районную больницу.